Дальный разбор таких понятий в социологии как традиционные ценности, светско рациональные ценности, ценности выживания или коллективизм, ценности совыражения или индивидуализм Традиционные ценности- это система взглядов, которые идут из древности и которые сложились в каждой стране под воздействием религии, культурно-политических процессов. Светско-рациональные ценности ⁇ это самостоятельная, независимая система взглядов, которая была сформулирована философами и политиками левых течений, демократами и социалистами. Традиционные ценности включают в себя уважительное отношение к авторитету Бога, к религии. Поэтому присутствуют моральные ценности, которые сформированы законами, описанными в священных писаниях. В светско-рациональных ценностях присутствуют моральные ценности, которые сформированы путем рациональных и эмпирических исследований. Поэтому эти ценности в большинстве своем отрицают религиозные ценности, уделяют меньше внимания религии и веры в Бога. Следующий интересный момент в традиционных ценностях ⁇ это сексуальные нормы, которые основаны на текстах священных писаний. Эти нормы или ценности включают в себя осуждение секса до брака, осуждение развода, измену супругу, запрещение однополых браков, запрещение аборта. В то же время в светско-рациональных ценностях присутствуют альтернативные сексуальные нормы. Секс до брака позволяется, позволяется и развод, и однополые браки, аборт считается относительно приемлемым. Большое значение в традиционных ценностях имеет авторитет семьи. Главной целью жизни людей становится заставить своих родителей гордиться ими. И надо всегда любить и уважать своих родителей, независимо от того, как они себя ведут. И наоборот, родители должны делать все возможное для своих детей, даже ценой собственного благополучия. Идеализируются большие семьи, крепкий брак. В светско-рациональных ценностях ценность семьи приобретает второстепенное значение. Крепкая семья все больше и больше теряет свою ценность и значение, заменяется свободными отношениями, концентрируется внимание не на уважении к родителям и послушании им, а на самом ребенке. Ребенка стимулирует проявлять себя так, как он хочет, как он чувствует. Авторитет власти имеет такое же большое значение, как и авторитет семьи в традиционных ценностях. Стимулируется уважение к институту власти, не поощряется критика и осуждение тех, кто начальствует. В светско-рациональных ценностях авторитет власти теряет свою ценность, позволяет сокритиковать, осуждать власть, выражать ей протест. Люди все чаще подписывают петиции, протестуя против власти против каких-то решений власти, с чем-то они не согласны, и принимают участие в демонстрациях и бойкотах. Естественно, это не доходит до революции, тем не менее, в светско-рациональных ценностях присутствует вот такая вот ценность, не соглашаться с властью, выражать протест, осуждение и бойкотировать. В традиционных ценностях жизнь человека имеет большую ценность, поэтому очень жестко осуждается самоубийство или эвтаназия. Человек не имеет права лишать себя жизни. В светско-рациональных ценностях физическая жизнь человека уже не имеет такой глобальной ценности, поэтому право жить или умереть остается за самим человеком. Суицид и эвтаназия считаются относительно приемлемыми. Ценности выживания включают в себя такую ценность, как коллектив, главенство интересов коллектива, семьи, нации, страны. Например, в интересах нации не одобряется этническое разнообразие, поэтому ограничивают права иностранцев в обществе. Для сохранения ценности семьи не одобряются также культурные изменения, которые протекают в разных частях мира. Поэтому проявляется нетерпимость геям, другим чуждым группам. Давайте теперь сопоставим это с ценностями самовыражения. Если в ценностях выживания главенство интересов коллектива имеет первостепенное значение, то в ценностях самовыражения первостепенное значение имеет личность и личная независимость этой личности Раз свобода личности имеет такое большое значение первостепенное значение отсюда происходит и толерантность к иностранцам толерантность к геям лесбиянкам, к гендерному равенству в обществе начинают появляться различные социальные свободы В обществе устанавливаются и расширяются права женщин защищаются права сексуальных меньшинств Ценности выживания включают в себя такой интересный принцип, как добровольное подчинение своих интересов интересам общества. Это проявляется в обществе в осознанном добровольном подчинении личных интересов общественным интересам, в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности, тактичности и интересе к проблемам и нуждам друг друга. В то же самое время в ценностях самовыражения этот принцип приобретает совершенно обратное значение. У каждой личности становятся на первом месте ее личные цели, а общественные или коллективные остаются на заднем плане. Человек во внимание принимает свою только точку зрения и подчас игнорирует общественное мнение. Отсюда и несоответствие личных и общественных целей. Следующий интересный момент в ценностях выживания. Несмотря на то, что личность добровольно подчиняет свои интересы интересам общества, все же эта личность сохраняет свои интересы в некоторой степени. В обществах, где доминируют ценности выживания, не требуется полного подчинения интересов личности интересам коллектива. В разных культурах ориентация на коллектив требуется в разном объеме. При этом ни в одной культуре не требуется полного подчинения интересов личности интересам коллектива. В ценностях самовыражения, несмотря на то, что личность на первое место ставит свои интересы, в первую очередь старается их исполнить, все же эта личность не может игнорировать некоторые интересы коллектива или общества, в котором она живет. Индивидуум всегда является членом разных социальных групп или организаций и в высокой степени автономен от них. Тем не менее, не может полностью игнорировать интересы коллектива.